Так, 9 сентября, Назаренко Алексей, Пермская жизнь, готовится стартовать Пермский международный марафон в 9 утра, старт забега на 42, 21 и 10 километров. Народ готовится к старту, с погодой, к сожалению, сегодня не свезло, но ничего. Зрителей очень мало, с одной стороны, а с другой стороны очень много. Ну вот, ребята готовятся, будем искать своих. Двукратный бронзовый призер чемпионата страны в марафоне, вице-чемпион Пермского марафона прошлого года Михаил Максимов, Чебоксары. Победитель московского полумарафона Искандер Едгаров. Победитель марафона в Екатеринбурге, Нагано, чемпион московского полумарафона, трехкратный серебряный медалист российских чемпионатов, серебряный призер марафона в Казани, студенческих спортивных игр по полумарафону, Алина Прокопьева, Чувашия. Бронзовый призер сталинского марафона, бронзовый призер полумарафона в Испании, победительница Пермского марафона 2017 Анастасия Слепнева. Поехали! Марафон стартовал, Пермский международный марафон. Еще раз, 16 стран, 8 тысяч гостей города, 500 000 первый приз. И пошел отсчет времени.